И огромное количество этих машин, произведенных за время войны, в конце концов перевесит чашу весов войны. Еще одним новым русским танком, с которым встретились немцы, был тяжелый танк КВ-1. 46-тонная машина с толстой броней и мощной 76-миллиметровой пушкой была способна уничтожить людей. Падает, это Буска, котенок, 4 месяца. А это его сестра, которой уже 2 года. И она его учит, как драться, как себя сохранять. Победа легла. Довольная. Сейчас я ее выману отсюда. У нее вот здесь вот, на другой стороне квартира. Это у меня вольер для голубей. Вот тут я ее прячу, когда даю что-то отдельно, чтобы поесть. Сейчас я крикну ее, и она сюда придет. А ну-ка иди сюда, Буска. Буска, Буска, иди сюда. Иди скорее, давай. Вот она где. Вот она где пришла. Ну, давай на место. На место, поднимайся. Ну-ка, давай. Вот я покажу здесь. Ну-ка, давай. Давай, что тут есть? Залазь. Залазь, заходи. Вот она где. Ну, давай тут закроем тебя сейчас. Еще дать-то я не могу. Все. Вот так. Ну, уже все, команда знает. А там 2 этажа, там вниз еще пускаться можно. Она, коробка как выглядит. Вот она туда опускается. Это для голубей. Киска. Пониже, по земле прямо в воде. По земле ее катай. И вот она будет ловить. Подальше сторонку, вот так.
Вот она как. Это у нас утро раннее. Вот она. Ну, пониже делай, пониже, чтобы она достала. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 11 по 16 стих. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там. 3 декабря 16 года. Выпил вечер. Надо кошек забирать. Ну, брат Владимир полез. День прошел. О, надо их выпускать. Вот он как все это совершается. Сидят две кошки. Там много пшеницы, отходов. Вот они полезли. Вот они. Он берет их. А я обычно на земле их жду. Вот. А тут ее жди. Вот она где. Лови его, чтобы на пол не убежал. Подойди ближе, рядом, скорее хватайся. А то удерет. Прям хватай тут на последней ступеньке. О! Все! Все, слава Богу. Все. Ну и пошли домой. Хороший нас и кошка. Ох, и радость. Приятно. Ну-ка, давай. Домой, там только надо будет, она закрыта, кажется, у меня, глянуть. Пока Остапик здесь. А? А, ну ладно, иди сам закрывай. Я сейчас приду. Сегодня пришлось сделать вот эту вот вторую крестовину. Ее, видимо, от времени она сломалась, и нет вот справа, которая для голубей садится. А чтобы понизу не залезли ни мыши, никто туда, тут вот из паранита два кулька сделаны, они прибиты. Если даже по палке туда полезет, какой грызун, никак, а вверху сетка. Вот она, сетка. Если даже на крышу кто-то попадет, то дальше сетка никак не дает. А ближе вон где голуби. И вот эта, которая для голубей сделана, она тоже железная, чтобы не могли никак задержаться. Она маленько короче, чем сетка. Ну, ястреб, конечно, может залететь. Но это уж совсем наглый какой-то. Вот одно время у меня крысы там появились. Вот прихожу, только шкурка от голубят. Каждую ночь по одному съедали. Ну, Господь миловал. Вот все это сделали. А это вот большой. А где высокий? Сейчас уже время вечернее, они уже ложатся спать. Не до этого им. Вот она, пройти не может. Ей там нельзя, решетка мешает. Ей надо вниз. Вот теперь это вылезло оттуда. И теперь этот третий идет туда. Давай сейчас вытаскивай. Они у нее отберут голову. Ты голову дал рыбью маленькой, а эта большая лезет. Так, пошла. Сейчас она прыгнет туда. Иди, наблюдай дальше, что будет делать. Все, урышка захватила. Ну. Урышки, отбери ее. Урышки, отбери, пусть это залезет. Отбери, вытащи ее оттуда теперь. Тут легко брать ее. Урышку. Ишь, залезла не в свою квартиру. Давай. Вот, теперь это там смотрится. Что же получилось такое? На обиженную. А та там сидит. Рыбья голова, она ее. Это у меня для голубей. Сделан вольер. А нынче голубей еще не принес. Вот она смотрит. Прыгнуть должна быть, точно. Бери, сейчас она начнет отбирать у ней. Ой, как они рыбу любят. Надо ее вызволить оттуда и закрыть. Он отбирает. Та маленькая растет, и я ей больше даю. О, молодец. Вылазь давай, вылазь. Ну, вылазь. Куда пошла? Давай сюда. Хватай. Вот так. Во!
А теперь решетку-то отопусти. И чтобы они не залезли, гвоздь должен быть с этой стороны, а там стой. Нет, 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 давить не надо. Вот так туда, вот где гвоздь, за гвоздь, вон, за гвоздь, а этот с этой стороны. И тогда я никуда не сдвинуть, мертво. Видишь, как двумя гвоздиками задержал. Все. А это удрала. Куда удрала-то? Она опять, говорит, умывается. Ну, рыжая. Вечером Володя лезет по лестнице забрать кошек. Сейчас открыл он. Вот там дальше, видать, наши ворота. Вот он. Помаленьку тащится. Двух. Несет. Ну да, двух. Ну-ка, давай посмотрим, как он их будет тут. Вот они как. О, вот она. Хвостатое полчище. Хороши у меня кошки. Дежурят там. Голубиную пшеницу сохраняют. Это не ради чего-то там я держу. Иначе тут беда. Кошек как-то не ложилось. 4 мешка полных съели пшеницу. И мешки все изгрызли. 4 мешка потерял. А это когда там, то еще нормально. Ну, раньше уехали в деревню. Вот. Все. Володя с крыши идет. Несет. Ночь, уже в ночи. Слез. Что он? Двух кошек несет. Все, вызвал. Вот так. Вот так, все. Ну, мышатницы. Давай еще надо сразу заносить, закрывайся. А этот-то сидит, ой, заметалась. Ой, 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 куда? То-то-то пошла. Она их за день-то забыла, видать. Ой, как выглядывает-то как. Мамка. Ну. Вот так.